мальчик с девочкой возвращались со школы и решили посмотреть телевизор. Ну, мальчик ушел, а девочка начала смотреть телевизор. Там показывал какой-то новый ешок Лон Пом-Пом. Вот, кстати, и он. Он весело и шел по городу. И встретил прохожего, пригласил его к себе домой. А тот согласился. И они пошли домой. Клон предложил ему прилечь. И он согласился. А тот пошел куда-то. Но вернулся он уже с топором. И просто убил того прохожего. Ну, а дальше не могу рассказывать историю, потому что меня YouTube забанят. Всем привет, я Миша 25К. А это SCP-993. Внешне напоминает он какого-то клоуна, который показывается только по телевизорах. Это какое-то шоу детское, которое не такое уж и плохое. Сам клоун выглядит с большими ногами и руками. Разноцветная футболка и голова странная. Вот так вот он вблизи выглядит. Также этот, особые возможности. Да, его возможности, то, что он появляется в телевизоре. И это обычно детское шоу, на первый взгляд. Дети, которые смотрят, которым больше 10 лет, сразу же теряют сознание перед тем, как смотреть телевизор. Ладно, это все, что я об этом SCP знаю. Ладно, всем пока.